Сегодняшний праздник воскресения главы честного пророка Иоанна, он довольно сложен к нашему восприятию. Казалось бы, воскресение, смерть, а мы празднуем, чему-то радуемся. Здесь случилось великое событие того, что именно Иоанн Предтеча, он именно называется Предтечей, предвестником благовествования Христова, предвестником о том, что спасение уже пришло. Господь народился, Господь был крещен именно этим. И вот именно он пред Спасителем нашим проповедовал спасение и в Аде после смерти, что люди, Господь пришел.